Дамы и господа, приветствую. Меня зовут Денис Зайченко, и сейчас я расскажу вам самое главное о фитнес-браслете Samsung Galaxy Fit E. Самое основное и ключевое, что нужно знать перед его покупкой. Как обычно, ссылка на текстовый обзор будет в описании под видео, там же будут актуальные цены. Ну а теперь к делу. Samsung Galaxy Fit E – это прямой конкурент для Xiaomi Mi Band 3. При этом цена у него больше и внешний вид у него чуть-чуть поприятнее. Хотя тут дело вкуса. У него неплохие характеристики, у него очень симпатичный PIOLED монохромный экран, и он в целом выполняет все задачи, которые могут быть поставлены перед фитнес-браслетом. Он может отображать время, дату, количество пройденных шагов, сожженных калорий, последний сон, погоду, календарь, пульс. Отображаются также уведомления, хоть и очень сильно урезанные, а также имя и номер звонящего. В фирменном приложении Samsung Health можно найти довольно много всяких фишек, включая штук, наверное, 50 упражнений, которые еще и при включении определенной функции можно автоматически распознавать. Даже циферблаты там можно настраивать. И обновления, кстати, приходят довольно часто. Одно прилетело непосредственно в процессе текстового обзора. Вроде бы выглядит и звучит очень вкусно, не правда ли? И это даже не учитывая, что я оставил самую-самую вкуснятину напоследок. И этот последок наступает именно сейчас. Дело в том, что Samsung вместе с этим фитнес-браслетом перенимает, скажем так, некоторые главные фишки экосистемы Apple. И это неплохо, а очень даже хорошо. Если у вас смартфон от Samsung, из новинок я имею в виду, то просто достав трекер из коробки, если он, разумеется, заряжен, вы получите на смартфоне уведомление в виде небольшого окошка. Опять же таки по аналогии с AirPods и iPhone. За счет этой фишки трекер можно подключить к смартфону буквально в два клика. И это откровенно приятно. Собственно, проверялся процесс спаривания на Samsung Galaxy A40, обзор которого будет по ссылке в описании под видео. Ну а теперь пара ложечек дегтя в эту бочку меда. Если у вас любой смартфон, кроме Samsung, можете забыть о бесшовном коннекте раз и навсегда. Более того, для работы с браслетом вам нужно, перечисляю, Galaxy Wearable, Samsung Health, Samsung Accessory Device и Samsung Fit Plugin. В общем, если у кого есть аллергия на что угодно, что похоже на блатварь в прошивке Android, то я не думаю, что этот браслет вам подойдет. Также у Samsung есть серьезные проблемы с конкурентами, в частности с Mi Band 3, который стоит дешевле и дает, в общем-то, больше функций. Единственное конструктивное преимущество Galaxy Fit E – это тот факт, что заряжать его при помощи проприетарной зарядки можно, не вынимая непосредственно модуль фитнес-браслета из ремешка. Но у Mi Band больше информации помещается на экран, кроме того, живет эта модель дольше. Безусловно, Samsung заявляет о том, что Galaxy Fit E способна прожить до недели в режиме неизвестно какого использования. На практике, если подключить все функции, то это максимум 4 дня. Mi Band, если что, в том же режиме живет 2 недели. Подводя итоги, Samsung Galaxy Fit E это идеальный вариант в качестве подарка или компаньона к смартфону Samsung. К некоторым смартфонам он идет в подарок, и это вообще суперский вариант. Если у вас любой другой производитель, то вот эта вот разница цены между Fit E и Mi Band 3 не компенсируется удобством в соединении. В общем и целом, это дело вкуса, разница в цене не такая уж большая, и если вы фанат Samsung, то как бы тут выбор без выбора, но всем остальным выбор есть, скажем так. И на этом, пожалуй, все. В комментариях не забудьте написать о том, что выберете лично вы, собственно, Fit E или Mi Band 3, или вы уже почку за Apple Watch продаете. Не забывайте также ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, если, разумеется, вам понравилось видео. Если не понравилось, сожалею и надеюсь, что следующее видео вам понравится больше. Если после этого материала у вас остались какие-либо вопросы к функциональности данного браслета, пишите их в комментарии или переходите по ссылке на детальный текстовый обзор. Также выражаю благодарность магазину Kyiv IT за предоставленное помещение для съемки. Ссылка на него и на многое другое будет в описании под видео. За сим откланяюсь, с вами был Денис Зайченко. До связи, дамы и господа. До связи.